Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня видео узор мы разбираем, вот этот вот, смотрите, шикарнейший, простейший узор, вообще бесподобный и на мужские свитера, и на кардиганы, и куда его только не можно применить, вообще бесподобный узорчик. Узор из вот этого журнала, который был у меня обзор, в общем, в видео будет узор и анонс следующего мастер-класса, а мы будем вязать из вот этого журнала вот этот вот жилет. Девчонки, здесь на все размеры он как бы расчет. Я буду, все я расскажу в следующем видео, все у меня получается и попасть в эти расчеты, и все прекрасно получается. Вот, на мол, единственное, что будет, короче, молния, потому что я не успеваю купить в цвет, поэтому возможно. В общем, я пока спинку только связала. Вот такой вот стойко-воротник, ну, в общем, на мой взгляд, вообще шикарная вещь, интересная, класс, класс вообще, девчонки, и во всех размерах будет. Вот. Поэтому сегодня хочу вам рассказать про пряжу, из которой я вяжу, вот, чтобы вы могли заказать вовремя и подготовиться, и покажу узор. Значит, я вяжу, девчонки, это просто как что-то невероятное. Я, как обычно, я в Чехии нахожусь, с Украины привезла пряжу и смексовала из того, что у меня было, и вот эти два цвета, смотрите, что получается. Я не знаю, передаст ли камера вам цвет. Во-первых, и по фактуре, и на ощупь, и как, и узор, и все мне безумно нравится. Вот по итогу, что получается. Значит, у меня Ализе Реал, Ангора Реал 40, цвет 300. Вот, два мотка всего. Я вяжу, значит, там у нас будет размер 38, это европейские, девчонки, 38-40, потом B42-44, я вот этот вот вяжу, 42-44, потом 46-48, 50-52, ну, я же говорю, учитывайте, что это европейские размеры, посмотрите таблицу соответствия размеров, если я найду, если не забуду, я выставлю вам в этом видео. В общем, я вяжу вот этот вот размер. Все цифры я буду вам выводить на экран потом в следующем видео, так что не боимся, на все размеры свяжите, что очень круто, я считаю. Вот, и вот, на мой размер, что хотела сказать. Итак, на мой размер, если вот первые два размера, это будет два мотка вот этой пряжи и 5 мотков вот этой вот пряжи. То есть 200 граммов и 250, всего 450 граммов. Если больше размер, то этой надо 6 мотков, а этой хватит 2. Вот. То есть добавляйте только вот эту вот пряжу, если больше размер. 6 мотков, а этой 2. Значит, тут у нас Silky Royal, в составе у нас шелк и мерина шер, девчонки, как мне нравится, 140 метров 100, в 50 граммах, это я говорю для того, чтобы вдруг вы будете заменять, но я, мне кажется, я нашла идеальное, как бы, решение, хотя, знаете что, можно, если вам нужен бюджетный вариант, можно вот эти два мотка, упаковку, и в два сложения тоже получится, как раз попадете в ту плотность, я думаю, ну, о плотности я с вами поговорю в следующем видео подробно. Вот, значит, у меня 5 мотков вот этой вот Silky Royal, ну, безумно мне нравится эта пряжа, и 2 мотка Ализе Реал 40, здесь у нас цвет 442, здесь у нас цвет 300, и вот две нити, одна-та, вот получается вот такое вот шикарнейшее полотно, я в шоке, просто в шоке от того, что у меня получается, я даже не ожидала. Так, девчонки, купить пряжу в Украине можно под ссылочкой под видео, ссылочка под видео в описании. Вот, в России, я думаю, не вопрос, по названию вы найдете легко, в любой другой стране вы найдете эту. Купить пряжу, идеально подходящую для вашего будущего вязаного шедевра, можно без лишних хлопот. Достаточно просто посетить наш интернет-магазин. Вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества, таких проверенных тысячами клиентов-производителей, как Ализе и Ярнард. Мы внимательно
внимательны к каждому клиенту. Мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки. Мы оповещаем вас об акциях, скидках и пополнении ассортимента. Мы хотим вдохновлять вас. Мы хотим быть лучше для вас, наших любимых клиентов. Чтобы купить пряжу, обращайтесь к нам. Вещи, связанные с нашей пряжей, будут очень удобными, теплыми, уютными. Будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента. Покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно. Доставка осуществляется новой и курпочтой по всей Украине. Теперь по поводу узора. Узор, конечно же, я тут не смогла понять, как бы 100%, но я его... Вот. Ну, конечно, можно было бы перевести, но я так попробовала. Я думаю, я попала. Может, и не попала, но мне нравится то, что у меня получилось. Поэтому показываю вам то, что получилось у меня. Значит, итак... Узор состоит из 4 рядов, это я провязала, чтобы виднее было. Первый ряд, лицевые петли. Число петель должно быть кратно 2. Хотя и не обязательно, очень удобно на этом узоре делать сокращения, потому что второй ряд, изнаночные петли. Изнаночный ряд, изнаночные петли. Третий ряд. Значит, одна лицевая, одна изнаночная. И четвертый ряд, последний. Лицевую мы провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Все, вот это, девчонки, весь узор. Далее начинаем 4 ряда. Далее начинаем с первого ряда и вяжем все лицевые петли. Эту лицевую я поворачиваю. Та, которая была снята, я переворачиваю. И получается по итогу вот такой вот узор. Единственное, что потом в сокращениях следите, чтобы лицевая была напротив лицевой. Тогда получится, а изнаночная... Вернее, ну да, напротив изнаночной, и получатся вот эти дорожки, чтобы их не спутать. И все. Узор шикарный. Сейчас покажу изнанку вам этого узора. Он даже и на изнанке очень себе, смотрите, симпатично смотрится. Поэтому даже если вязать кардиган с отворотом, оно очень-очень даже красиво, смотрите. Вот, девчонки. Ну, в принципе, все на сегодня. Коротенькое видео, информативное. Я довязываю быстро, оперативно. Очень мне нравится. Я прям кайфую. Я вот эту деталь вчера за день связала. Кайфанула. Вот. И быстренько спешу к вам. Хочу ее связать, эту вещь, потому что она действительно будет классная. Вот. И застежка вот эта. Потом вы сможете эту застежку применить и в мужских изделиях, куда угодно. И свитер связать из этого. Ну, в общем, сама застежка будет подробно. Да, все будет подробно. На все размеры. Так что видео вас ждет бомбезное, девчонки. Ну, а на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.